святого. Разделимся. Поищу следы Лопеса. Спрошу место. Может, что и узнаю. Моя подруга Сара археолог, она работает неподалеку. Пойдем спросим у нее, что эта загадка может означать. Было бы здорово. Сара всю жизнь сходит с ума по каменным лицам. Обычно люди приходят сюда в поисках сокровищ, но не Сара. Она ищет ответы. Вы с ней давно дружите? С самого детства. Она была заучкой, а я вечно прогуливала школу и гоняла на бабушкином фургоне. Иногда удавалось уговорить Сару поехать со мной. Эбби, можешь мне помочь? Что-то сломалось. Стой, ты что? Та Лара? Крофт? Да. Я узнала тебя по фото. Что ты здесь ищешь? Я решаю загадку. Сердце змея лежит в чаше рядом с каменными ликами. Каменные лица. Я тоже тут из-за них. Не хочу мешать вам работать. Что меня интересует, так это змеи в чаше. Что ж, могу тебе сказать, что они тут по меньшей мере 4 столетия. Согласно бумагам из библиотеки, они стоят на страже. По легенде, они охраняют тайный склеп. Склеп? Мы его так и не нашли. Можешь себе представить, как это бесит охотников за сокровищами? Но если скандальная Лара Крофт так умна, как о ней говорят... В общем, если сможешь его найти, то очень меня выручишь. Значит, начать с библиотеки? Да, вон там, за кладбищем. Это одна из старейших построек. Если что найдешь, не забудь сказать мне спасибо. Спасибо, конечно. Библиотеку еще не пойдем. Лара, ты что-нибудь нашла? Подруга Эбби сказала, где-то в библиотеке есть склеп. Встретимся там. Значит, где-то тут есть склеп. Тайный склеп. Почему тайный? Если тут замешан Лопес, непременно есть подстава. Разумная теория. Ну а ты? Есть что-нибудь полезное? Я нашел брошюру. На 7 шагов ближе к Богу. Кто знает, может пригодиться. Значит, мы на верном пути. Иона, я что-то чувствую. Мы уже близко. Давай поищем следы Лопеса. Цапля и затмение. Речь о средствах, выделенных на ремонт библиотеки. А стену разъебать. Под крыльями его найдешь ты убежище. Под крыльями его. Под крыльями. Как они тут искали, что они ничего не найти не могли? Тут я пришел, стены все попиздил. Этот нашел. Крест, похоже, он сделан в 17 веке. Его оставил Лопес? Я откуда знаю, что это Лопес, хуёпес.
Чего тут найти, ёпта? Что там лежало, что-то понял. Что-то показывает. Братан, говори, что мне делать? На второй этаж погнали. В этой книге описано прибытие некоего чужестранца. Он основал Орден Семерых. Может, это был Лопес? Если верить брошюре, мы уже близко. Продолжаем искать. Так, что тут еще развалить? Дайте, пожалуйста. Ты что, замедлилась такая? Солнце померкнет, и луна не даст света своего. Те две цитаты из Библии. Солнце померкнет, и под крыльями его найдешь ты убежище. Что это означает? Цапля и затмение. Точно. Ищи цаплю и затмение. Так, в смысле, на первом этаже там цапля была? Что ты мне голову тут? Цапля затмения. Че закат это, что-то такое. Я же говорил, сразу надо было здесь ломать. Тут спрятана целая фреска. Вера Крус. Истинный крест. Это то, о чем я думаю? Серебряный ларец. Ни с чем не спутать. Иисус берет крест на плечи. Стояние крестного пути. Но почему не все? До 17 века их было 7. Это фреска времен Лопеса. Новая подсказка. Да. Это как раз в его духе. Ладно. Где-то здесь должен быть крест. Давай поищем. В смысле? Крест? Ну вон он, блин. Когда мы найдем ларец, как забрать ключ от Олимписа? Придумаем. Нашла что? Да. Иисус берет крест на плечи. Помоги поднять. Thank you.
Высота не маленькая. Давай спускаться. Ну да, высота не маленькая, давай спускаться. Логично. Иисус падает в первый раз. Здесь есть надпись. Амбулата дом лучшим хабитис. Нужно вступай, покуда с тобой свет. Покуда с тобой свет, дабы не объяла тебя тьма. Как будто подсказка. Или угроза. Похоже на Деву Марию. Стояние третье. Иисус встречает мать. Зеркало запылилось. Надо его повернуть, походу, или что? Чтоб сюда перенаправить. А чё, чё, чем? Поворачиваю тебя. Ну, тут типа есть эта фишка. Нам нужно, чтобы свет указал путь. Я понял. Должна, по идее, поворачиваться или нет? Я тут ничего не вижу. И тут я ничего не могу сделать. Не могу. Нет, ничего не могу. Сейчас, подожди, тут полазю лучше. Кажется, здесь на него возлагают крест. Смотри, кто-то еще пытался пройти, но не повезло. Здесь изображена женщина. Класс. Он упал. Так. Чё, блин, и чё тут делать? Я тебя подсажу. Сработало? Чё? Луч указывает сюда. Да ладно. Больше некуда ему указывать. Что она проржавела? Это четвертое стояние. Да. Давай взглянем на эти фрески. Так нужно проследить светом все стояния крестного пути. Судя по их виду, их пытали. Подвесили потолку.
Это был не просто склеп. Боже, по всем стояниям, блядь. Как это работает, нахуй? Тележку, а это тележка, да? Это я могу ее подвинуть, в принципе. Как тут так это работает? Значит, Лопес собрал сцену распятия из мумии? Какое святотатство? Думаю, это было место богослужения какой-то подпольной секты. Что я делаю? Что это была секта, ясно из брошюры. Угу. А, вот тут так вот. Ох, какая мерзость. Я рад, что не был тут с Лопесом. Это надпись. Не бойся тех, кто может убить тело, но не душу. Это к нам обращено? Не дай Лопесу одурачить себя. От него и так одни бедные. Хорошо, за работу. Они несут его. Что несут? Туда нельзя. Похоже на церковь, а это, кажется, монахи. Почему так тяжело? Похоже на церковь, а это, кажется, монахи. Так значит, Лопес собрал сцену распятия из... Думаю, это было место богослужения какой-то подпольной секты. Буквально. Что это была секта, ясно из брошюры. И что дальше? А, типа, тут другое. Ну, именно такое же? Ох, какая мерзость. Я рад, что не был тут с Лопесом. Это надпись. Не бойся тех, кто может убить тело, но не душу. Это нам очень. Не дай Лопесу одурачить себя. От него и так одни беды. Ну, надеюсь, у меня сейчас не ЧП крышнет, блядь.
Да что тут произошло? Лопес приказал себя замуровать, а потом... Бах. Никаких свидетелей. Только руки праведника могут забрать судьбу из моих рук. Но это про тебя. Он послал нас по ложному следу. Испортил все подсказки. Чтоб сберечь Ларец от Тринити? И от народа Пайтити. Он был одержим этой целью. Только, пожалуйста. Чепухан. Где она? Не знаю. Мне нужен ларец. Пошел ты! Разговор окончен. Амару! Стоп! Не трожь его! Отпусти его, и я отдам тебе ларец. Лара, что ты делаешь? С меня довольно потерь. Несомненно. Твой отец был гением. Я лишилась его, не успев узнать. Мы с ним дружили. Но он был буквально одержим. Ты его не знал! Он не признал, что его работа может обернуться трагедией. Мне пришлось вмешаться! Ты его убил.
Он хотел рассказать всем о Пайдите. Все, что я люблю, все, что защищаю, мой мир был бы разрушен. А как же мой мир? Доброго сна. Это же несопоставимо. Еще как! Для маленького ребенка мне было 9! Слишком много было на кону. Целая цивилизация, сотни лет независимости, тысячи жизней. Выбора не было! Всегда есть выбор! Еще не поздно. Почти память Унурату. И возроди солнце. Нет. Угрозу нужно устранить. Ты просто эгоистичный, трусливый убийца. А ты, Лара? Скольких ты убил? И для чего все это? Беги, Лара! Блядь, побежали. Куда бежать? Что? Зачем ты автомат выкинул? Вот. Странная женщина. Черт! Это Рурк? Вот только что пробежал? Да. Окликнуть его? Не надо. Что-то изменится, он нам скажет. Вот так вот нахуй. Тут это стелсить я буду еще. Я уже иду. Тростниковым по где тростниковое поле. Тростниковое поле. Всем бойцам. Задача номер один. Найти Лару Крофт. Вы слышали, командира. Вперед на охоту. Крофт, я знаю, что ты здесь. Надо было убить тебя еще в Сибири, но Домингес не позволил. Виноват. Но пришла пора исправить это недоразумение.
здесь что-то не так. Да ладно, блядь. Эй, где ты? Я здесь. Мне... Спасибо, что спросил. Эй, знаешь, в этих бочках еще остался ром. Господи, Джеймисон, займись делом. Джеймисон. Ладно, пошли. Я впереди. Идите. Я вам мешать не буду. Ну, ты первый же. Где Джеймисон? Вот черт! Я только что с ним говорил. Парни, Джеймисон пропал. Давайте за мной. Вижу, парни, в смысле? О чем ты только думал? А у тебя получилось бы. Надо их догнать. Давай. Да, мы сами. Конечно, ты успеешь.
давай поезжай уже. Говорит кардинал один, двигатель.